день, уважаемые дамы и господа! Всем здравствуйте! Мы рады приветствовать вас этим прекрасным летним днем на международном фестивале красоты «Автоледи-шоу». Замечательная ведущая, мой партнер, это замечательная красавица, победительница конкурса красоты «Королева столицы» Ксения Бордо. Давайте аплодисменты ее встретим. Привет, Ксюша. Добрый день, дамы и господа. Вы знаете, пока ехала к вам, но не буду врать о том, что стояла в полуробке, но поняла, как не уважают женщины за рулем. То есть меня и гаишники успели остановить, и джип не пускал припарковаться в нужном месте на ипподроме. И я действительно поняла, какое общественно-социальное значение имеет наш конкурс «Автоледи-шоу 2016». Да, ну мы обязательно... Вот, я тебе честно скажу, я всегда пропускаю девушек, если вижу прям сзади каблучок, я прям сразу раз-раз-раз и приторможу. Пусть едет красавица, мы должны обязательно уважать наших прекрасных... А также, если у вас вдруг, у нас же еще лето, если у вас вдруг свадьба, бренд «Злата» — это свадебные аксессуары, изделия ручной работы. И, кстати, если вам нужен свадебный ведущий, то хочется объявить Романа Горбаня еще раз. У него своя компания «Хрустальные вещи», которая занимается организацией и подготовкой всего, что понадобится для свадебного торжества. Спасибо, Гриша. Я тебе скажу таки такую вещь. Как говорят у нас в Одессе, что-то происходит, что-то там за кулисами происходит. А что случилось? Почему ты стал говорить таким украинским акцентом? Ты понимаешь, у нас таки за сцене появилась дама с вот таким размером интеллекта. С огромной звездой на голове. Я когда ее увидел, я так и заволновался. Боже, неужели это Памела Андерсон? Ну почти. Давайте встретим нашу звездную проводницу Верку вашими аплодисментами. Это сердечко. Ну, браки, поехали, оба! Я всегда мечтал приближаться к этому. Боже мой, я ощутил, что счастье. А ты вот прижмись к левой груди. Давай. Только синяк не набей, аккуратно. Хорошо. Что ты думаешь? Какая длина платья позволяет безопасно ездить за рулем? Слушай, я не знаю. Я, к сожалению или к счастью, наверное, все-таки платье не носил никогда. Но по моему мнению, я думаю, вот такая. Ну то есть мини-юбки для вождения — это хорошо, да? Ну я думаю, да, потому что если она будет длинная, то можно запутаться в педалях. Ну это да, если вот другие водители будут обращать внимание, смотреть и будут врезаться в друг друга, если прямо это будет мини-мини. А нефиг смотреть в чужие автомобили и за чужими... Так, ну что ж, мы продолжаем нашу программу, и сейчас встречайте замечательную группу из северной столицы. Группа, которая в следующем году, знаете, я узнал чудный факт, она запишет дуэт, знаешь, с кем? С самой Натальей Орейрой, боже мой, это же, понимаете, я в детстве на нее молился, я думал, боже мой, вот эти вот... Правда, знаешь, я сама люблю «Языки ангела», я даже знаю ее песню. Ой, боже мой, да, и прям можно так потанцевать, да? Да. У нас, конечно, не латино вечеринка, но, конечно, ты меня прям удивил, я думаю, обязательно приду на концерт. Нет, это не только Хабана. Вот она наша Верка. Выходи, красавица, ваши аплодисменты. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем выступать. Ой! Здрасте, еще раз, мои хорошие. Все те же самые. Давай, кучкуйся, ближе. Выходи, прижмемся таки на сцене. Да я тебя обниму. Ой, боже мой, а может я здесь сзади? Ой, боже мой. Эти фото вас войдут в историю. Ты в курсе, что у нас, кстати, фотографируют журналисты журнала «7 дней»? Завтра под хэштегом «Как мы зажигали с Веркой на сцене автоледи-шоу» мы завтра прославимся с тобой на весь мир. Кстати, здесь присутствует Первый канал. Мы можем передать привет и вечерних новостях. Якубовичу, давай привет. Первый канал. Вот они, вот прямо по курсу. Дорогой Леонид Аркадьевич. Это который в голубом? Да. Кто у нас будет в жюри? Я знаю, что будет Лада Дэнс, да? Она у нас должна быть. Как ты думаешь, перед тем, как объявлять наших победительниц, она с нашей Веркой уже пошла в народ. Звезда, помаши мне рукой, Верка, моя любовь, не уходи далеко. Ты к нам вернешься? Да, хорошо, я буду тебя ждать, чтобы прижаться к твоим. Больше, чем стилистов. Боже мой,
вымирающий вид, наши стилисты. Мы приглашаем вас на сцену, на битву стилистов. Я напоминаю, что у нас будут призы от Дольче & Габбана с россыпью драгоценных камней. А где они? Где эти люди вообще? Где нас? Разбирайте, уважаемые стилисты. Три, 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 два, один, поехали! Чудо совершенно, бантик такой на голове. Наклоните чуть голову, вот, отлично. Давайте еще сфоткаем. Так, да. Вот такой у меня гаджет есть, называется Selfie Pal. Смотрите, наш, как вы танцы. Я особо ничего не вижу. Я пьяная часть, да? Отлично. Машенька, а вам есть 18? А, что я спрашиваю? Вам 18 уже есть, нет? Нет. Нет, Маше не наливать. По крайней мере, публично. Давайте селфи с ведущей. Давайте. Через 10 минут будете продавать за большой подарок. Так, отлично. Все, все. А вы выглядите вот так. Расскажите, что вам нравится. Буду это озвучивать. Да. Пожалуйста, вот смотрите, вот такая вы, красавица. Ваши аплодисменты Маше, ваши аплодисменты стилисты. Тихо, пожалуйста, нам призы. Да посиди. Посиди. Так, нам нужны призы. Где у нас люди, которые заведуют призами? Вынести нам Дольче с Габбаной, да. Дольче & Габбана раздает? Конечно! А почему меня не позвал? Ты уже хотела участвовать. Почему я тебе не позвал? Я хотела участвовать. Ты находишься на сцене. Я лично тебе вручу Дольче, а потом Габбану. Хорошо, я люблю помощь. Я же в лобке слетел уже. Все, где там вспотело? Конечно, я тоже так просто не даю. Это понятно. Так, ладно, слушай, мы, по-моему, что-то уже... Не туда, не туда. Габбана говорили. Я напоминаю, что у нас на сцене девушки до 18, поэтому осторожней с шутками, да? Конечно. А то они раньше времени повзрослеют. Итак, номинации, правильно, лучший бантик 2016. Да, награждается модель. Оксаночка, ваши аплодисменты, чем вы награждаете, да? Артисты, встаньте, пожалуйста, сделайте кадр.